Всем привет, дорогие друзья, с вами Максимилиан Джонс, и сегодня мы с вами отправимся исследовать вселенную игры Haunted Stories. Это новенький инди-проект, это смесь ужастика и триллера. Нас с вами здесь будет ждать несколько историй, не знаю, сколько мы за сегодня пройдем, но к финальной версии будет их 5, на данный момент доступно 3. Каждая из них уникальна и обладает разными концовками, так что давайте-ка не будем ждать и приступим к игре. Нам на данный момент доступна одна история, давайте-ка в нее и сыграем. Вроде как мы играем за вора, который собирается ограбить магазин. Ну и по сути дела разберемся. К сожалению, русского языка нет, но думаю, ничего страшного. Интересный был прыжок. А чего оно так светится все? Я, конечно, видел фонари в своей жизни, но они вроде так не светились. Мы играем с вами за вора. Вот мы приехали в какой-то супермаркет. Не знаю, кто их ночью грабит. Кого тебе? Что-то ему надо подзарядить. Погодите, а где субтитры? Ну, в настройках, к сожалению, субтитров я не нашел. Ну, ладно, будем ориентироваться на слух. Быстрое меню. Фонарик. Что, можно им драться? Зачем? Все, успокойся, парень. Возьми его нормально в руки, пожалуйста. Все, спасибо. И как нам туда попасть? Наверное, надо окно разбить. Да ладно, давайте домой поедем. Я думаю, плохая идея его грабить. Ладно, нет, стекло мы не разобьем фонариком. Только сквозь текстуру. Может, там задний вход какой-то есть. Вон, да, через, получается... Блин, испугался на секунду. Вот здесь как раз продукты выгружают, и мы здесь с вами попробуем зайти. Здесь-то привидений нет, я думаю. Но есть камеры. Чего? Все? Выключено? Или надо нажать? Но они типа выключены, я не понял. Закрыто, но мы можем взломать. Правой кнопкой мыши, что это? Все? Блин, даже в Skyrim было сложнее в свое время. Ну, чек. Озвучка на самом деле какая-то странная. Я сначала подумал, что это какой-то Google переводчик, но вроде звучит как живой голос, но в очень плохом качестве. Это даже не взломать, но это выход. Давайте-ка поднимемся наверх, посмотрим, что у нас здесь. I need the key. Ладно. Может, он где-то рядом этот? Что ты сказал? Блин, без субтитров здесь, конечно, тяжело. Вот он стоит. Не. Это какой-то Google переводчик. Да блин, чувак, хватит меня перебивать. Так, Диана Джонс, извини, я не хочу читать твою записку. Ладно. Должно щелкнуть, нет? Так. Ага, все понял. Так. Блин, а откроется, нет? Или я что-то не то делаю? О, открылся, все нормально, да, надо до щелчка.
пистолет. Не, у меня, конечно, изначально подсвечивался. Ну и стрельба, конечно. Думаю, нас с вами ожидает управление, конечно, ужасное. Здесь нужен ключ, это я уже понял. Так, а что дальше? Вот мы пистолет нашли. Может, надо что-то включить? Кофемашину, например, кофейку бахнуть. Все-таки ночь. А засыпать нам нельзя. Так. Привидение, ты сейчас у меня отлетишь. Че это было вообще? Блин, ну все, опять закрыто. Так а что мне надо сделать-то, дядя? I am not alone. Ну да, ты явно здесь не один. О, стучат, надо открыть. Ща открою, погодите. Да-да. Кто здесь? Алло, прием. О! Видели? Это говно. О, что? Это что сейчас за говно было? Тут еще долбит. Откуда? Как из-за холодильника. Что за хрень? Кто это сделал? Это не я. У меня здесь не было даже. Блин, сейчас бы тортик скушать, успокоиться. Может багету взять? Багеты и постучать по монстру? Ладно, я так думаю, я здесь, чтобы обчистить кассы. Ну, вроде как кассы куда-то уносят. Пивко. Что-то жесть какая-то. Ну ладно, здесь всего один монстр был. У нас клиенты, может, впустить их, что-нибудь купят. Мы как раз им продадим, типа как продавец, заработаем денег. Нет. Что это щелкнуло? Ладно, что мне надо делать? Ну, серьезно, кассовые аппараты чистить? Нет, нельзя. Да что за говно? Там кто-то машины бьет, что ли? Ладно, все, я, пожалуй, уйду отсюда, ну его нахер. Все. Пока-пока. Мне еще интересно, а что здесь кто-то сделал? О, ключ. А чего, интересно? Может, от этого чемоданчика сверху? О, да, от него. Так, отлично. И что у нас здесь? 10, 5, 30, 15? Я, конечно, извиняюсь, но я уже взломал ваш сейф, спасибо. Это от нашей машины, то есть ты вор. И ты... А, нет, это не наша машина, я уже думал, совсем, что ли, дурачок. И что это? А, это моя машина, да. Только она перевернута. Походу... Что за говно? Походу назад мы не вернемся. Эй, ребят, я к вам зайду, заскочу, кофейку бахну, подождем полицию, нет? Мне даже нельзя отсюда уйти. Ладно, идемте обратно. Че там, че там? Блин! Да ж, почему скрипты работают так коряво? О! Что за говно? Опять эта чушь идет на меня. Да. То есть ты можешь сквозь текстуры проходить? Блин, звук оставляет после себя. Даже после смерти.
Ладно, так а что мне делать? Обратно в магазин, что ли, идти? Да у меня сердце бьется-то. Блин, это говно опять появилось. А нахрена ты? Что? Так, достань пистолет, дружок. Что долбит? Кто-то мне в микрофон долбит. What should I do? I should call the police. Wasn't there a phone in the manager's office? В офисе менеджера. Это, наверное, наверху там опять. Почему ты это здесь сказал, когда я не проходил мимо, ты этого не сказал. Ладно, сейчас позвоню полиции. Ты, блин, придурок. Оу, да что ты говоришь? Фонарик включи, мать твою. Дядя? Go away или умрешь. Да блин, я б свалил. Ну, мне что ли дал кто-то свалить? Блин, и где здесь электричество? Снаружи, наверное, включается. Ни хрена не вижу этим фонариком дурацким. А на улице почему темно? Все, ладно. Оф. Ну так включи. Блин, опять эта жопа идет с ручками, а? Там вторая, что ли? Ты опять не взял пистолет, дядя? Блин, говно я промазал, ну как так-то? До свидания. Ладно, пойду звонить в полицию опять. 4 патрона. Я не знаю, сколько существ я еще убью. Вряд ли 4. Ну что за говно опять? Ну отстаньте, дайте мне в полицию позвонить. Вы что, украли у меня телефон? Он же домашний, вы что? Это ж не сотовый. Блин. Вот собаки, а. Что вы там разбили, а, гады, опять? Ах вы сволочи, это пиво же, твари, мрази, я вас найду, я вас всех убью. За пиво и двор стреляю в упор. А, не, это какое-то дерьмо. Это вино, фу, не, вино я не люблю. Тогда ладно, не жалко. Так и чё? Чё, мне предлагают выйти или что? Здесь телефон где-то лежит? Блин, это жопа, что ли, появилась? О, телефон! Я нашел его, и что дальше? Что дальше-то? Чего? Ты дурак? I need a gun. Maybe I can find one in the safe. Блин, опять это говно идет, а за мной. Ну давай, выходи, дядя. Че? Ты где? Ты че там долбишь-то, придурок? О, ни хрена себе, привет! Ты чё, стену выломал? Чего? Ну вот телефон. Ну вот телефон, что дальше-то? Опять эти звуки, так, откуда они идут? Откуда, из помойки, что ли? О! Тут, оказывается... А! Что там? Я не вижу! Покажи, дурак! Посвети, я ж не вижу. А, там женщина какая-то. Вам помочь, мисс? Вам помочь? Вот так, а? Что происходит?
Че за кал, куда она делась? Блин, че за туалет квадратная? Че вообще? Что за дичь? Господи. Блин, что ли опять это говно вышло, а, на охоту? Откуда? А! Ой, боже ж ты мой, господи. Так, все, до свидания. До свидания! Не, я так точно играть не буду. А остальные недоступны? Да, недоступны. Ну и жесть. Что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наше сегодняшнее видео. Как вы сами видите, это просто потрясающая игра. Я понимаю, что это ранний доступ, но работы здесь просто дохренище, потому что скрипты срабатывают раз через раз. Пока что за это деньги отдавать, ну, я очень сомневаюсь, что стоит. Разработчику надо срочно все фиксить. Вообще, я бы даже сказал, все менять, наверное. Озвучку добавить хоть какую-то, а не вот этот Google Ассистент, пожалуйста. Короче, не знаю даже, что сказать по поводу этой игры. Ну вы сами все видели, так что напишите в комментариях более красочно, что вы думаете. Ну а с вами был Максимилиан Джонс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чао.